А в скором времени еще липы, каштанов, аллеи этих деревьев в старых Химках на улице Калинина и Чапаева заложили еще весной. Построили дом, родили трех сыновей, посадили дерево. Семья Остапенко показывает свой каштан, который этой весной в рамках экологической акции «Лес будущего» высадили вместе с главой городского округа Дмитрием Волошиным. Ну вот оно, наше дерево. Семья Остапенко. Да, наш родной каштан. Оставили небольшую историю для нашего города, для наших детей. Каждый день проходим мимо и радуемся, что оно растет. Да. Что оно создает тень, что приятно глазу и настроению. Присоединились Остапенко и к акции всей семьей. В сотни метров от уже прижившегося каштана сегодня дают почву новому дереву той же породы. Сажают снова плечом к плечу с главой городского округа. Считай, добрая традиция. Перчатки. Кидать? У нас есть. Что за такое? Ну что, сажаем? Размеры саженца внушительные. Поместить в лунку можно только перекатом. Закрыть корни землей и сразу полить водой. А еще оставить автографы на фамильной табличке. Улица Чапаева, улица Калинина. Большие деревья. Прекрасное настроение у всех сегодня. Отличный день, замечательный. И всем тоже предлагаем к этой акции присоединиться. Поддержали экологическую акцию сотни химчан. Это десятки семей, депутаты, волонтеры, активисты. Этот день, я думаю, что многим так запомнится навсегда. Потому что через несколько лет, когда каштаны весной расцветут, скажут: о, какие были правильные люди, которые сделали нам такой подарок нашему городу. Вот, например, сотрудники полиции, которые не только обеспечивали безопасность на массовом мероприятии, но и высадили дерево от своего ведомства. Очень приятно, что присоединяется молодое поколение к этой акции. Сегодня во всех микрорайонах пройдет высадка. Тем самым мы благоустроим территорию нашего города, сделаем его лучше, еще краше. И, конечно, каждый из нас вкладывает частичку своей души, частичку своего сердца в благоустройство города, в его улучшение. Украсили городской округ, кроме лип и каштанов, еще и 255 саженцев сирени. Причем места высадки выбрали сами химчане путем открытого голосования в телеграм-канале главы городского округа Дмитрия Волошина. Очень много обращений было за сирень. То есть она красивая, символичная и, не знаю, приносит радость людям. Еще большую радость липы, каштаны и сирень принесут следующей весной, когда распустят листья и дадут свой неповторимый аромат. Олег Тюрин, Руслан Сафин, Андрей Панченко, Вильфред Дембковский и Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.